Первые итоги расследования деятельности управляющей компании «Волгограда» уже готовы к обнародованию, а документы, подтверждающие их недобросовестность, направлены в прокуратуру. Об этом сегодня заявили депутаты Волгоградской областной думы, по инициативе которых была организована проверка работы коммунальщиков. С подробностями Светлана Алекбарова. Более 1000 жалоб от волгоградцев на работу коммунальщиков находится сейчас на рассмотрении в областном госжилнадзоре. Это стало поводом проверки управляющих компаний «Волгограда», которую инициировали депутаты регионального парламента. Они создали рабочую группу по депутатскому расследованию нарушений прав граждан в сфере ЖКХ. В нее вошли также представители прокуратуры и контрольно-счетной палаты региона. Ревизия скрыла грубейшие нарушения в деятельности коммунальных операторов. Управляющая компания получает в 1,5 раза средств населения больше, нежели должна оплатить ресурсоснабжающим организациям. И при этом 100% оплаты за ресурсов нет, растут постоянно долги. На деньги, поступающие в счет оплаты коммунальных платежей, в управляющих компаниях покупают дорогие иномарки, их крутят в банках, показало расследование. А между тем долги перед ресурсоснабжающими организациями только растут. В отношении 10 компаний уже возбуждены административные производства. Депутатов возмущает, что даже в разгар прокурорских проверок некоторые УК умудрялись включать в платежки нецелевые статьи расходов, например, на содержание домофонов. Они что сделали? Включили домофонное оборудование в общедомовое имущество. Это абсолютно неправомерно. Это чистой воды мошенничество. Это может быть сделано только тогда, когда жители проведут общее собрание и примут решение включить в состав общедомового имущества домофоны. Проверка деятельности управляющих компаний «Волгограда» будет продолжена. Ее первые результаты парламентарии уже готовы направить в областную прокуратуру и вышестоящие инстанции, а также обнародовать факты нецелевого использования денег в ЖКХ через СМИ. В областной думе также планируют законодательно закрепить за народными избранниками право на проведение депутатских расследований, чтобы была еще одна возможность противодействовать мошенничеству и коррупции на депутатском уровне. Светлана Алекбарова, Людмила Кухарева, Андрей Волков, телекомпания «Ахтуба».